затраты лишние, внутривдневный простой. На судне этого типа очень большое судно. Экипаж составляет 94 человека. Можно взять на борт до 100 человек. Ну, взяли дополнительную рабочую силу, видимо, обработку. Конечно, без судовладельца набрать 40 человек лишних это невозможно. Дешевые эти гастарбайтеры, которые там филиппинцы, малайцы, кто там, платят им копейки, но они очень довольны. За $300 они всю семью могут кормить, хотя рыбаки наши получают там по $3000. Поэтому взяли их, конечно, не у нас, а их взяли, скорее всего, в порту Пусан. Там круинговые фирмы, так называемые бич-холлы. Моряки, рыбаки со всех концов устраиваются на работу на судах. У них другие правила совершенно. У нас санитарная книжка должна быть. У них никакой санитарной книжки, медицинской книжки нет. Они даже иностранцы не знают, даже американцы не знают, что это такое. У нас требуются документы о том, что ты закончил курсы по обеспечению и живучести судна. А там никого это не интересует. Ну, все свалится у капитана. Капитала-то нет. После покушения, после крушения траулера «Дальний Восток» морской регламент, определяющий правила работы с иностранцами, степень ответственности должностных лиц, будут внесены изменения, заявил директор Сахалина Олег Кожемяка. На иностранцев с траулера «Дальний Восток» миграционная служба тем временем наложила административный арест. Главный редактор 7-го издания «Морской полицей» Михаил Вальденко считает, что история с нелегалами не имеет прямого отношения к крушению траулера. Смысл работы везде платят, как говорится, о флоте. Даже не устраивается, чем человек через круинговую компанию, как пожелаю. Платит он ей. У рыбаков все действительно очень запутано. И осложнено не просто напросто вот таким простым фактором, что рыбаки черпают из моря живые деньги. Всякие рыбные скандалы по всему миру, я не имею в виду только России. Они идут от моря по флоте, живые на территории. И там ходится кто может и как может. И там это главное, я не понимаю, кто это имеет отношение к тому, как накануне был задержан замгендиректор компании судовладельца «Магеллан» Александр Кудрицкий. Глава компании Егор Гощенок объявлен в международный розыск. Впереди у нас новости корпорации. Реклама. Комплекс «Кристалл» в Редино на первой береговой линии Финского залива. Купив апартаменты, вы получаете возможность проживания за городом в роскоши и комфорте по своему эксклюзивному авторскому дизайн-проекту. Стоимость дизайн-проекта включена в стоимость апартаментов, собственность оформлена, зона зелена. 25 минут от центра Петербурга. Что за дела-то?